Перед началом мероприятия глава администрации Матвеева-Курганского района Дина Алборова поздравила представителей сильного пола с праздником. Мы гордимся нашими ребятами, настоящими, достойными славы своих дедов и прадедов, которые сегодня защищают интересы России в ходе специальной военной операции. Они на ратной службе, а мы на трудовой, обязаны обеспечить крепкий и надежный тыл. Искренне огромные слова благодарности родным и близким наших ребят, ангелам добра, всем тем, кто помогает их, поддерживает. И я не сомневаюсь, в единстве наша сила. Победа обязательно будет за нами. С праздником здоровья, чистого-чистого неба, мира, любви и радости в каждом доме. Спасибо. Подготовленный работниками районного дома культуры концерт стал прекрасной возможностью еще раз выразить свое восхищение мужеством и стойкостью настоящих мужчин, тех, кто способен защитить свою землю, свой дом и близких, и будущее нашей страны. Свалившись на крыло, только наш падал, мы проклинали все свою работу. Опять пацан подвел к потере роду. Шинданье, как-то горею в баграме. Опять на душу класть тяжелый камень. Опять нести на родину героя, которому 20 лет могилу рою. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным. Нам нужна великая страна.